один с результатом 13238 рублей. Результат под номером 2 с результатом 19388 рублей. И третий участник 28895. Четвертый участник 31 966. Очень круто. Мы поздравляем всех. Пожалуйста, Серега, ну расскажи, что происходило, пока меня и тебя не было. Да ничего не происходило, просто забегали, брали, они постоянно брали, убегали. Да, давайте поздравляем сейчас обладатели самых больших чеков. Я, насколько понимаю, они у нас здесь. Покажите, пожалуйста, еще раз. У меня потому что память такая куриная. Да. И третье место в сегодняшней акции у нас получает Наталья. Дай, пожалуйста, трубочку какому-нибудь победителю, Серега. Сейчас, второй победитель у нас по имени Евгений. Здрасте. 195 рублей. Евгений, погоди, не уходи. Ну-ка, расскажи мне, что ты ждал от этого и что ты получил? Ничего не ждал, не надеялся, даже просто пришел. А получил ты очень много, да? Так, это еще не все, что получил. Евгений. Говорит, что заставим право 7% постоянно сеть по мегапосуду, где аплодисменты всех присутствуют. Насколько я помню, Олег у нас набрал на 30 тысяч, да? Олег у нас набрал на 31 900. Без малого 32 тысячи. Олег, давай, свои впечатления. Олежка. Ну, я очень просто бесконечно рад. Даже не надеялся, что вообще что-то, какая-то удача у меня будет. Просто приехал, и вот оно все. Олега двоюродный брат был, честно. Спроси, он живой там, нет? Он живой, я живой. Он живой, Олежек. Я сейчас с помощью тебя хочу попросить всех, кто находится в отдыхе, подарить аплодисменты этим 5 людям, чтобы они не Ура! Ура! Ура, товарищи, и от меня аплодисменты всем этим участникам. Олежек, мы с тобой прощаемся. Я пойду еще доработаю свои 200 долларов. Ну и поздравляю да, еще раз. Да, прощаемся до скорого. Надеюсь, со всеми услышимся еще много-много-много раз. Еще много-много раз. Ну ладно, уж повторюсь. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем и каждому, кто пришел.